ни сортира. Полутемный коридор, коммунальная квартира, всеми окнами во двор. Ночью дом натужно дышит, мелко стенами дрожит. Если слушать, то услышишь, как вздыхают этажи. Скрипнет дверь, замок озлится, грянет выстрелом в упор. И затеют половицы бесконечный разговор. И в 20-му позднее выселением грозя, а жилет был новый в силе, но в конце 30-х взят. Помнишь, там сплошные нервы, в крайней комнате жила, в 41-м, 41-м самый голод умерла. В угловой держались цепко, разрубили топором мебель старую на щепки. Все равно в 42-м эти выехали сами, тот все пил, да и зачем. Только память, только память, глухо шепчется в ночах. Лица, 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 что ни взгляд, ни мой укор. Тихо стон половицы, окна пялятся.